Ош. Давай, Матвей, тоже слезай. Ок. Пошли прогуляемся. Пошли. Угу. Ай. Так, я уже проснулся, а вот Матвей, а вот. Ё-моё. Опять тут есть какого-то. Да, да. Смотри, кто серьёзно. Скелет вон валяется. Да, блин. Россия. 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 Ты что? Так. Хорошо, да? Посмотри, его. Ну, давай, что там? Фонарь. Офигеть, хорошо. Ну, Фейс. 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 Блин. Вот все, что мы нашли. Фонарь, тут монетки. Деньги. Так, и какие-то штучки. Да. Так, ключик нам уже не нужен. То здесь лежит подарок где-то. Да, кому-то. Давай попробуем открыть дверь хотя бы. Все, а можно куда-нибудь вставить? Давай вставь. Куда-нибудь. Иди на пятый этаж, иди здесь подошла. Так, ребята, ну, в принципе, я тоже дома, отвезу, все такие дела. Что, нашел? Да. Офигеть. Что нашел. Открывай. Погнали. Ой, я что-то здесь, ну, пап. Давай. Открыть. Ай, о, кстати, вот наши велосипеды. А где Матвей? Может, он в другом месте? Стоп. Вон Матвей, нам надо только обойти. Так, ну я, в принципе, вот обошел сейчас эти кусты. Матвей, что-то случилось? Нога. Кстати, вот фонарик. Опять. Давай попробую его вытащить. Может, ой, надо что-то сделать тут? Не знаю. Да, ты должен достать своего друга. Че? И как я должен его достать? Как я вообще должен тебя достать? Вот как я ногу твою, блин. Ну, возьми палку, подопри ее как-нибудь здесь. Окей, сейчас найду. Сделай. Окей. Надо какую-нибудь жирную палку вообще найти. Я вообще тут ничего не вижу, кроме деревьев и фонарика вот этот, который валяется. Ну, ладно, сейчас найду. Кстати, вот есть уже какая-то добыча. Ну-ка, подойдет? Тонкая, да. Я пошел в жопу, блин. Ну, погнали, в принципе. Кстати, вот это уже подходит. О, вот это да, согласен. Вот такая, кстати, у нас палочка. Такая. Ну, давай, как подно... так под подносить. Ногу давай. Вот под ногу сюда. Вот сейчас. Давай, давай. Сейчас посмотрим. Давай. Есть. Давай еще глубже. Давай. Быстрее. Давай. Помогай, Костя, дави ее туда. Блин. Есть. Ура, она вытащилась. Ай, башка. Голова болит, нужно еще тут задание. Нет, можно задание не надо. Надо. Но раз надо, значит вы сейчас будете... не знаю, что-нибудь придумал попозже. Ну, давай. А я уже вижу, что за задание ты придумал. На, ну, наше... какое задание? Давай, говори мне. Не говорю. Ты сам посмотришь, как мы будем выполнять его. Хорошо, я смотрю на вас внимательно. Чего какую-то вы фигнёй занимаетесь? Угу, блин, фигнёй. Где палка? Палка.
палка. Угу. Давай. Все. Давай. Тут камни такие, как будто песок. Вот, видите? Да, я вижу. Камень, песок. Тут ничего нету. Тут надо поискать, наверное, что-то. Ну да. Так, ну вот, в принципе, мне палку нашли. Большую. И Матвей ее зачем-то бросил. И вот. Ну да. Электрошелты даже еще стоят. Бутылка. Вода. Угу. Ну вода, вода как. Так вода. Ну что? Только ты камень с ленточкой нашел. Ну что мы с этим делать должны? Ленточка. А, я знаю, мне кажется. Ну давай, делай. Ленточка. Нужно ее привязать. Угу. Но башка все равно болит. Понимаешь? Так. Все. Так. Теперь. Давай. Немножко нам еще осталось. Ой. Я отвлекаюсь. Давай нам еще немножко. Может быть. Угу. Ты где? Ладно, что еще надо? Ну я знаю. Вот я уже такого не ожидала. Ай, блин. Ой, блин. О, Матвей, ты что себе на ветке? Что это у тебя? Ой, Игорь. Привет. Здорово. Вы прошли уровень. Ура, наконец-то, блин. Да, я помню, кажется. Мне кажется, я помню свое имя. Блин, ну давай, говори уже. Я вспомнил. Игорь. Нет, я имя. Пипец, ты только сейчас сказал, блин. Матвей только что сейчас свое имя сказал. Ладно, мы тогда прошли весь уровень. У меня что-то в мозгу, какое-то имя. Ну я помню свое имя. Сформировалось, и я сказал имя. Ясно. Ладно, ребята, если вам понравилось это видео, с вами, ну, с вами был Матвей и Костя. Мы. И Игорь, или Эмиль. Ну, Эмиль. Всем пока, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.